для партизан. Мы вот такие мешки начищали картошку, резали, как вот лапша, и сырую сушили. И этой картошкой насыпали мешки и отправляли. Вот сидели, режем, нарезаем. Есть картошка, нет картошка. Дадут тебе, скажут, вот тебе 5 мешков или сколько. Вот нарезаем и посылаем, чтобы воевали, не погибли. Вот колхозники ни денег, ничего, ничего за труда дни не получают. И своего ничего нет, чтобы вот так продать. И налоги по 2000 за год. Где колхозник возьмет 2000, когда он... Нету возможности. Это надо держать корову, овец там. И близко город пошел, продал и сдал. А нету, город 30 километров. Вот наши мамы что делали? Как они только выдерживали. Работали, а потом ночь делают валенки, валяют. Валенки эти. А мы были с голыми пятками. Зимой 40 градусов мороза. И вот мамы наши сваляют эти валенки и везут продавать. А как везут? Пешком 30 километров. Дойдут, на рынке сдадут, их продадут и идут сдавать налог. И от этих денег оставалось к ребеночку, дочкам или поясок какой-то. На большего не было ни копейки. 30 туда. Все это продадут и обратно 30. Мама приходит, ноги в крапиву. Все ноги отихали, опухали от такой ходьбы. Прям в крапиву их. И они все женщины, которые все босые, одежда, обувка, никакой нету. Даже чулок был негде купить. Никакой тряпочки, ничего нету. Нигде ничего не купишь, ничего. Все остановилось. Просто все. Одни заводы, бомбы. Ну кто как. Мы вот еще как умудрялись. Сеяли лен. Потом этот лен брали, выхоластвовали, выбивали, били его палками, разбивали так, что и он это приходил, то, что его можно прясть. И они пряли, были эти прялки, и вот так придешь тонко, и прялки крутят. Но мама наша, такие мастерицы, наткут этого льна, из-за этого льна, и пальто, и платья, и юбки, кто чего. А мы все это, и вот этим мы 4 года что-то надо носить. Все оборвались, нигде ничего не купишь, ничего нет. Ничего не было. Вот так. Выжила деревня, выжила.